Пора сверить часы. Ресурсников пригласили в администрацию на оперативное совещание в преддверии нового отопительного сезона. ПАО «Т-Плюс» завершают работы на объектах сетевого хозяйства. До конца этой недели закончат ремонт на улице Владимирской. И в «Гортеплоэнерго» отчиталось о 97% готовности сети и 95% готовности котельных. Ведомственные котельные также готовы более чем на 95%. Ну, на сегодняшний день все работы, которые исполнялись, они исполняются в строгом соответствии с графиками, отставания нет. В общем-то, каких-то опасений мы пока не наблюдаем. Ну, тепло будем давать в соответствии с требованиями действующего законодательства, когда температура наружного воздуха будет плюс 8 и ниже в течение 5 дней подряд.